Понятно? Есть такое стихотворение, которое нам в самую мать. Без уголовки. Тут три звездочки стоят. Три звездочки, как на коньяке. Вот. Ну почему-то пять звездочек не бывает, что ли? Ну и так, значит, вновь осень расстреляна над хлопью рябины, в лес по золотой своде сумма. Уже перегнувшись за край паутины, сквозь сады и гроздья взирает зима. Выше бы-то поболтали бы. Выше бы-то поболтали бы. Простите, я снова. Значил. Да. У нас после расстреляны на дороге рябины. И лес позолотый сводит с ума. Уже перегнувшись за край паутины, сквозь алые гроздья взирает зима. И воздух прозрачен до неба седьмого. И в каждом листочке живой огонек. Я в эти годы далеко от земного, от грешного тела, душой далек, взлетаю, оставив себя на проселке, и вижу просторы с высот журавля. Казалось, чего там? Березы, дымки. О, Боже мой, как прекрасна земля. Браво! Thank you.